дамы и господа. То ли вечер, то ли утро, может быть, и даже ночь. Я, Мария Хайдина, рада приветствовать вас в этой уютной студии на шоу «600 миллионов раз». Ничего вам делать сегодня не придется. Я все сделаю за вас. И гостей позову, и дам возможность произвести на вас впечатление. Садитесь поудобнее и добро пожаловать. Я и мои 600 миллионов раз. Привет, друзья. Меня зовут Ванька Гарик. Я из команды Freestyle Sport. Я начинал с простых ритмов, там типа... Ну вот такие звуки, это уже чудо, мне кажется. Мои родители часто говорят мне, что ты там быцкаешься, быцкаешь, быцкаешь. Я им отвечаю. И сейчас я буду делать нечто сексуальное. В итоге я добился хорошего уровня. И теперь выступаю на многих сценах. На многих сценах России. Здравствуйте. Мы две Инессы. Мы очень любим петь русские народные песни. Наш фольклорный дуэт украсит любое ваше торжество. Будем рады встрече с вами! Косила, ой, я не в три косы косила ради дружка. Ой, я не в три косы косила ради дружка. Ради дружка дорогого, ой, ради дружка дорогого. Я вот ради дружка дорогого сердечного. Ой, ради дружка дорогого сердечного. А вы сможете спеть что-нибудь не из своего репертуара? Не из своего репертуара? Ну, у нас... Мы предпочтительно поем, конечно, русские народные песни. Мы их очень любим. А цыган, может, по-цыганскую? Да, вот давайте так. Цыганскую. Цыганскую, да. Можем. Ай, люба, да люли, чачёва да не, ой, пока солнышко румалы не взойдёт. Звоните, приходите и участвуйте. Подробная информация на сайте www.ras.tv. Здравствуйте. Мы дуэт «Шарики». То, чем занимаются все нормальные пары, оставаясь наедине, я думаю, вы знаете. А то, чем занимаемся мы, сейчас вам покажем. В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал Лигурию. Но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол по протоколу запротоколировал, как интервьюером, интервьюируемый лигурийский регулировщик речисто, денчисто рапортовал. Да так зарапортовался, про назву погодишься погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный претендент, бомбардирует за то, что некто чернорылый полдвора изрыл, вырыл и подрыл. Но на самом деле только не был в деле. А кто был в деле, дорогие телезрители, не имеет никакого значения. Меня зовут Сарин Суруджил, с псевдонимом Мачо Мунуолкер. Я могу еще исполнять Альфонсо Фарелли и Джастина Тимберлейк. Но мне кажется, что лучше всех я исполняю Майкла Джексона. You know you want me. Dangerous. The girl is so dangerous.
вдруг заболели звездной болезнью, и никто об этом не знает. И если вы вдруг хотите что-то сказать всему миру, ну а если ваш младший братик укротил настоящего немецкую овчарку, то вам нужно к нам приходить в гости на шоу 600 миллионов раз. И себя покажете, и на других посмотрите. В общем, все будет у вас хорошо, главное – пишите. Главное – звоните и приходите к нам в гости. Звоните, приходите и участвуйте. Подробная информация на сайте www.ras.tv. Меня зовут Аня, и я сыграю песню Simple Plan When I'm Gone. Собственно, да. Around me, but all I seem to see is people going nowhere, expecting sympathy. It's like we're going through the motions of a scripted destiny. Tell me, where's our inspiration? If life won't wait, I guess it's up to me. Oh, no, we're not gonna waste another moment in this town. Oh, we won't come back, the world is calling out. Oh, oh, leave the past in the past, gonna find the future. If misery loves company, well, so long. You miss me when I'm gone, whoa, whoa. Procrastination, running circles in my head. While you sit there contemplating, you wind up left for dead. Life is what happens while you're busy making your excuses. Another day, another casual day, but that won't happen to me. Oh, oh, no, we're not gonna waste another moment in this town. Привет, друг! Ну-ка, расскажи, ты здесь у нас забыл сегодня? Что ты хочешь нам показать? Сама судьба меня привела сюда, чтобы я показал себя естественным человеком с естественной стороны. И что ты будешь показывать? Вы знаете, это будет импровизация, наверное? Это будет короткий, легкий импровиз. Люблю слова мыслителей. Слова мыслителей, допустим, Франсуа Мориак, Сальвадор Дали, Гёте, кто еще? Коко Шанель. Я вообще безумно поклонник ее творчества, ее слов, ее мышления, вообще, как она думает, рассуждает. Очень молодец. Также понравилась фраза «Наша жизнь состоит из усилий, которых она…» Так, сейчас заново. «Наша жизнь измеряется усилиями, которых она стоила нам». Все, этого хватит. Я думаю, остальное это будет загадка для вас всех. Песня называется «Нет, нет, нет». Написал ее замечательный человек, мой друг Дима Феодорити. Я чуть-чуть ее подкорректировала, подписала чуть-чуть слова, немножко изменила мелодию. В общем, получилось у нас такое вот творение. Это не рэп, хотя я читаю. Это не песня, хотя я чуть-чуть пою. Вот. И это не просто стихотворение, потому что я не просто его читаю, а читаю под музыку. Это своеобразный этюдик такой. Пью одиночество из чаши грустных дней под музыку холодного рассвета. Удар, еще удар, и вот уже на ней я вижу отблески ликующего света. На время радуюсь игре лучей и тень, в мечтах от бесконечной глубине. Иллюзии изменчивых мгновений уходят. Одиночество во мне. Не уходи, останься здесь. Я не смогу без тебя. Да, я буду жить лишь тобой, лишь для тебя. Мой мозг не хочет запоминать такую информацию, потому что в мой мозг периодически приходят какие-то слова, какие-то произведения. Вот, поэтому он нужную информацию оставляет, а всю ту, которая будет мешать творчеству, убирает. Вот. Кто вы, откуда и зачем к нам приехали? У вас такой замечательный треугольник. Меня зовут Томас, я экстрасенс, целитель.
эзотерик. Сегодня пришел к вам в студию для того, чтобы рассказать о уникальных свойствах этой пирамиды, которая сделана мной. Это ручная работа. Она разноцветная, из натурального стекла. Более того, внутри него тоже находятся натуральные камни, которые имеют определенные свойства. Чему помогает такая данная пирамида? Она может мне помочь? Она может помочь, в принципе, всем. Улучшит ваше биополе, улучшить ваше энергетическое составляющее. Для этого просто нужно определенным образом его использовать. О чем я могу вам рассказать по телефонам, которые будут указаны на ваших экранах. А так будьте здоровы, и всегда буду готов вам помочь. Звоните, приходите и участвуйте. Подробная информация на сайте www.ras.tv. Группа «Скорая» выступает в различных вариантах. Акустический концерт, рок-музыка, юмористическое шоу. Приглашаем приходить, послушать, посмеяться, отдохнуть, поразмышлять. Песня, в общем-то, не для танцев, а для других органов восприятия действительности. Мне приснилось скверное, скверное, прескверное кино. Прохожу по скверу я, а по скверу плавает оно. Медленные граждане радостно шагают по делам, а оно развязанно льется по бульварам и дворам. И застыл в испуге я, а вокруг по барабану всем. Думаю, а вдруг оно никогда не кончится совсем. Думаю, а вдруг оно образует пятый океан и затопит Бутово, Киев, Мухосранский, Магадан. Такая романтическая композиция. О чем эта песня? О том, что мир катится в тартарары. А мы, как люди искусства, должны удержать его на верхней планке посредством... Здравствуйте. Я хотел бы вам просто сейчас спеть и станцевать одновременно. Все. Больше нет никаких предложений. Let's go now. Game over. Вот и все. Ну, если ты, зритель, помнишь про то, что я Копперфильд, обращайся. Я сделаю самые лучшие фокусы. Я сделаю так, чтобы у тебя исчезла двойка в дневнике или появилась пятерка в нужном месте. Пока! Наше шоу «600 миллионов раз» — это настоящий праздник для всех и для каждого, а особенно для меня. А я страсть, как люблю все новое. С вами сегодня была я, Мария Хайдина. Говорю вам до свидания и до новых встреч. Но прощаемся мы с вами буквально на несколько часов. Шоу «600 миллионов раз» — это праздник, который всегда с тобой. И с тобой, и с тобой, и ты приходи.